Песня называется «Об аэропортах». В который раз лечу Москва-Одесса, опять не выпускают самолет. А вот прошла вся в синем стюардесса, как принцесса, надежный, как весь гражданский флот. Кто-нибудь напомнит? Нет? А? А, спасибо. Над Мурманском ни туч, ни облаков, и хоть сейчас летит Ашхабада, открытый Киев, Харьков, Кишинев, и Львов открыт, но мне туда не надо. Сказали мне, сегодня не надейся, не стоит уповать на небеса. И вот опять дают задержку рейса на Одессу. Теперь обледенела полоса, а в Ленинграде с крыши потекло. И что мне не лететь до Ленинграда? В Тбилиси там все ясно, там тепло. Там чай растет, но мне туда не надо. Я слышу, ростовчане летают, а мне в Одессу надо позарез. Но надо мне туда, куда меня не принимают, и потому откладывают рейс. Мне надо, где метель и туман, где сугробы намело, где завтра ожидают снегопада, а где-нибудь все ясно и светло. Там хорошо, но мне туда не надо. Отсюда не пускают, а туда не принимают. Несправедливо, грустно мне, но вот нас на посадку скучно стюардесса приглашает, доступная, как весь гражданский флот. Открыли самый дальний закуток, в который не заманят и награды. Открыт закрытый порт Владивосток, Париж открыт, но мне туда не надо. Слетим, можно ставить рубль за 100, запреты снимут. Напрягся лайнер, слышен визг турбин. А я уже не верю ни во что, меня не примут. У них найдется множество причин. Мне надо, где метели туман, где завтра ожидают снегопада. Открыты Лондон, Дели, Магадан. Открыто все, но мне туда не надо. Я прав, хоть плачет смесь, но опять задержка рейса, и нас обратно к прошлому ведет. Вся стройная, как тут, а стюардесса, мисс Одесса, похожая на весь гражданский флот. Опять дают задержку до 8, и граждане покорно засыпают. Мне-то надоело, черт возьми! И я лечу туда, где принимают. Мне-то надоело, черт возьми! И я лечу туда, где принимают.